теперь я ей открыла, я говорю, я пошла, Лейку. Мне открылись глаза. Я увидела больше света, как я вот сидела вот у дома, ничего не знала. Но вот, когда обернулись к Богу, и я вот всех закликаю идти до Бога, говорю, если вы готовы, конечно. Но она-то к вере, она как-то относится более-менее, говорит, правда. А я что-то не верила, не доверяла, так начала так по-другому как-то говорить, да, так. Ну, может, все вот эти тут и эти младшие такие, говорит, но уже по-другому. Если я готова, я могу прийти. Можно. Конечно, конечно. Говорю, до церкви, там до Господа Бога. Но немного я объяснила всю ситуацию. Говорит, не думай, это тебе не секта. Это вообще люди не. От Бога, действительно от Бога. Это нашим любовским не понять. Тяжело им понять. Как вот эти люди достигли, до Бога дошли. Да. И они, люди, но не, я не знаю, нашим людям достукаться очень тяжело. Но говорит, начинает потихоньку доходить до них. Вот это. Да, потихоньку. Даст Бог, чтобы все откроются глаза и увидят Господа Бога и придут. Я говорю, вот Володька, вот эти Лариски, теперь в беду попал. И в такую беду попал, что в тюрьму. СИЗО забрали. Пьянка до чего доводит, говоришь, я объясняю тебе. Она попала в тюрьму? Малый, Володька ее сын, младший. И пошел набил тут дачника. Дачника. Кровь текла по целой дороге. После бара. Ну, избил пьяный был, не разумел, в свете. Избил человека так, дачника. Ну, она все пьяная. Теперь криминал. Это уже все статья. Забрали его в СИЗО. Это Лариса плачет, как дочь, вот Лариса. А вы молитесь за ей. Говорю, Лариска, вот надо обернуться до Бога, и тогда Бог поможет. Ну, говорю, это далеко зашел этот пацан. Говорю, он нормальный пацан, 25 лет. Теперь себе, все, теперь ко себе тюрьму заработает. Говорю, это дьявол свое берет. Говорю, сатана, он обладует, и всем селом. Говорю, это не один, и всем пацанам, вот этим хлопцам объясняю, говорю, да, вот что сатана робит. Пьянка вас робит, губит вас. Говорю, по-другому жизнь, если обернетесь до Бога, он вас примет. А он нас не примет, мы алкаши. Алкаши. Примет. Мы все грешные. Да. 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 Благодарю тебе, Иисус. Ты, Господь, нас благословляй, Господь. Всеми, Господь, дарами, Господь. Я, Господь, прошу, Господь, за сестру Иру, Господь, за Владика, Господь. И, Господь, я чую, Господь, за Ларису, Господь, что ей сын, Господь, попал в тюрьму, Господь. Ты, Господь, ты батя, Господь, за Христею, Господь. Вот такого, Господи. Ты, Господь, все сможешь, Господь. Ты сказал, просите, и дано будет вам, Господь. Я, Господь, прошу Твой Иисус. Ты, Господь, извини, Господь, ведь такого, Господь, что они, Господь, на Тебе, Господь, пугали, Господь, на Тебе, Господь, не отнялись, Господь. Не мало, Господь, больше никого, Господь, кроме Тебе, Иисус, что мы, Господи, на Тебе все надеялась, Господь, что Израиль, Господь, Тебе, Господь, любила и Тебе славила, Господь. И, Господь, что Вы, Господь, люди побачили, Господь, у них, Господь, Твоє світло, Господь. Що ми, що вони, не, Господь, бачили, Господь, що ми, Господь, не такі, Господь, як другий, Господь, що в нас є, Господь, Твоя любов, Господь, Твоє світло, Господь. Що ми, Господь, любили один одного, Господь. Так, Господь. І, Господь, що в нас була, Господь, Твоя сила, Господь, що ми, Господь, перемагали, Господь, через Тебе, Ісус. Ти, Господь, переміг на Христі, Господь. І, Господь, Ти, Господь, нам дав слово Твоє, Господь, що ми, Господь, Ти сказав, йдіть. І пробуди те, Господь, слово моє, Господь. Так, Господь. Господь, я, Господь, не
не буду Господи стреля, о Господи, стрелять Господи тебе, Иисус. И Господи, буду Господи ходить и давать Господи слово людям, Господи, чтобы они Господи побачили, Господи, мне, Иисус, тебе, твое світло, Господи, мне, Господи. Я дякую тебе, Иисус, что мы, Господи, тебе, Господи, любили и тебе славили. Нашого доброго Бога, Отця і Духа Святого. Амінь. Амінь. Амінь.